На встрече с мальчишками и девчонками смены популяризации профессии в парке будущего юная артистка рассказала о своем участии в знаменитом телепроекте «Голос дети» и поделилась секретами своего мастерства. Я всегда мечтала узнать, что происходит за кулисами «Голоса» и как проходит деятельность, то есть они приезжают и учатся ли они, как долго они там находятся. И сегодня Снежана ответила на все наши вопросы, и поэтому мне эта встреча запомнилась на долгое время. Снежана поделилась мнением о том, насколько важно для мальчишек и девчонок присоединиться к российскому движению школьников. Рассказала о том, что примерами для подражания для нее являются Кристина Агилера и Уитни Хьюстон, а также поделилась своим секретом о том, что хочет продолжить карьеру певицы и планирует исполнять песни собственного сочинения. После встречи мальчишки и девчонки сделали со Снежаной селфи на память, а также получили автографы. По словам Снежаны, эта встреча запомнится ей надолго. Я человек, который уже познал, что такое телевизионная сцена, и у меня есть какой-то опыт. И я очень рада поделиться им с детьми. Я обожаю таких детей, когда они поддерживают на каждом слове. Это очень приятно, очень классно. Это очень здорово. Мне очень понравилось слушать, узнавать что-то новое. Я очень мало знаю о такой профессии, как певец, и сейчас мне было очень интересно послушать вопросы, тем более почти наши ровесники, поэтому да, это полезно.